мы поставили вопрос ребром, не очень понимаем, как это объяснить, но надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения. Кроме этого, продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам. Однако она идет не просто, и говорить о чем-то позитивном пока рано. Могу лишь сказать, что мы приехали с большим набором письменных документов. Мы уже взяли конкретные договора, проекты, предложения. И надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол. Однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой. Вот. Подписать что-то не смогла на месте. Вот. Ну и сказали, что мы вернемся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече. Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед.